премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Имран Хану. Бисмиллахир рахманир рахим. Excellency, Mr. John Bekov, President of Kyrgyz Republic. Ваше превосходительство, господин Джембеков, президент Кыргызстана. Уважаемые страны-участницы ШОС, страны-представители, стран-наблюдатели. Я очень рад оказаться в Бишкеке среди руководителей стран ШОС. Я благодарен президенту Джембекову, правительству Кыргызстана, народу Кыргызстана за огромнейшее гостеприимство. Естественно, красота Кыргызстана и богатые традиции, они стали жемчужиной нашего региона ШОС. И мы, конечно же, в прошлом году, с прошлого года Кыргызстан взял на себя председательство в ШОС и отлично поработал в этом направлении. И мы надеемся, что дальнейшее продвижение ШОС будет также гладким и эффективным. Пакистан имеет исторические связи с теми странами, которые здесь представили. Мы новые в семье ШОС, но тем не менее мы уже закрепили свои позиции. И ШОС – это